Всем привет, ребят! У меня здесь такая вот рабочая классная обстановка, но я хочу вам сегодня показать, как я буду делать альбом не на заказ, а альбом для себя. Наконец-то я собралась со всеми мыслями, я накупила себе классный материал для начала, и я хочу сделать альбом, который будет посвящен моим летним путешествиям, куда мы ездили с моим молодым человеком. Поэтому сейчас я вам быстренько покажу материалы, а дальше уже в таком вот формате влога, такой легкий будет расслабленный формат, хочу вам показать сам процесс создания. И также потом я планирую делать такие вот небольшие выпуски, если так можно будет назвать эти видео, когда я буду вам показывать, как я буду заполнять каждый разворот, потому что мне пришли некоторые сообщения в директ, где вы меня просили показать, как я оформляю альбом, какой свой вариант я могу предложить декора разных разворотов, страничек, поэтому я решила, что буду показывать это на примере своего альбома. Я буду показывать вам, как я буду размещать фотографии, что я буду писать, чем я буду украшать и какие материалы в целом буду использовать. Поэтому предлагаю вам сейчас начать создание, ну и потом будут такие вот отдельные небольшие видео, где я буду вам показывать само заполнение. Как вы можете видеть, я подобрала вот такие вот разные материалы. Здесь у меня замша, она такого вот красивого песочно-бежевого цвета, очень классная. Также я решила в альбоме сочетать два вида страниц, также я их часто предлагаю заказчикам. Это вот такой вот бежевый, камера, конечно, не очень сильно передает цвет, постараюсь вам вот так вот показать. Обычные бежевые листики, и также будет пару листов, тоже бежевый цвет, но они уже с вот такими вот вкраплениями. Я думаю, что на камере вам видно. Мне кажется, будет очень классно сочетаться, тем более, что альбом на такую вот летнюю тематику, я думаю, будет очень круто. И также между вот такими вот обычными листами я решила вставить скрап-бумагу, она у меня двусторонняя. Это коллекция Create Paper, я название не помню, сейчас мы с вами посмотрим. Sunny Days, вот такая вот коллекция, бумага вся двусторонняя. С этой стороны вот такой вот розовый дизайн, с обратной стороны листик белый и есть вот такой вот узор с веточками. Следующий листик мне безумно нравится, он получается с вот такими вот старыми фотографиями, черно-белый стиль. Также здесь есть разные надписи, сейчас я вам покажу листики поближе. Вот так вот выглядит. С обратной стороны есть вот такие вот бабочки. И последний листик, который я тоже выбрала себе в альбом, он с вот таким вот классным узором. Очень тоже мне понравился, поэтому решила выбрать именно его. И с обратной стороны листик такого вот свежего зеленого цвета. Я думаю, что все будет очень классно сочетаться. Первый раз, кстати, делаю такой вот альбом, когда будут сочетаться обычные однотонные листики, скрап-бумага. Возможно, кому-то из заказчиков эта идея тоже понравится, и они захотят делать подобные альбомы себе. Я с радостью повторю подобный дизайн. И также сейчас вам покажу надпись, которая будет на обложке. Обложка, напомню вам, с вот такого вот цвета замши. Вот такая вот будет золотая надпись, она связанная с путешествиями. Здесь, получается, написано значение слова travel. И я думаю, что должно смотреться очень классно. Я специально подобрала вот такой вот шрифт, чтобы было чувство, что это напечатано на специальной машинке. Предлагаю вам уже приступать к работе. Как вы можете видеть, я сейчас уже подготовила полностью странички к сшиванию. Я уже в каждой страничке сделала дырочки. Более подробно этот процесс вы можете увидеть в одном из моих видео. Там я показала, как я полностью делаю альбом с нуля. Все очень-очень подробно, на мой взгляд. И вот так вот выглядят уже подготовленные странички. Также я вот, как вы можете заметить, начала прошивать. Вот так вот все это у меня выглядит.
Я прошила, получается, только две тетрадочки, то есть 4 листика. Вот такой вот уже листик я успела прошить. И сейчас, я думаю, поставлю свою камеру на штатив, немного вам засниму процесс для того, чтобы тоже поделиться с вами. Еще раз повторюсь, что видео такого вот более отдыхающего характера, для того, чтобы вы просто могли вдохновиться просмотром и тоже что-то сотворить, или просто чтобы у вас поднялось настроение. Я уже успела подготовить свою обложку. Вот так вот она сейчас у меня выглядит. Вот такой вот каркас с обратной стороны выглядит вот таким вот образом. Здесь я делала разметку, все проклеила. И сейчас уже буду обтягивать, а потом переводить надпись. Как вы можете видеть, сейчас у меня уже полностью собран весь набор, вот такие вот странички. Сейчас вам еще раз покажу свой прошитый блок. Очень мне нравится дизайн. Также я решила сделать внутри такие вот белые карманы, они еще очень классно переливаются. И вот сама вот моя обложка, сейчас вот так вот проглажу, чтобы не было разных неровностей. И надпись я решила сделать себе вот такую, вот мне кажется очень классная. Мне сейчас уже осталось вклеить просто блок в обложку. Я сделала также корешок, сейчас камера сфокусируется. Вот так вот он у меня выглядит. Повторюсь, что осталось просто вклеить блок в обложку, также прикрепить карманы и покажу вам уже готовое изделие.